Коллектив, который всегда вместе не только в решении производственных задач. Для сотрудников Амурского гидрометаллургического комбината и их семей провели мероприятие, в котором объединили сразу несколько поводов. 23 февраля, 8 марта и самое главное – 20-летие Полиметалла, которое отмечалось 12 марта. Металлурги вместе одной большой командой встречали очередной этап в жизни организации. Этот этап в компании называют «Время сильных». Дружным большим коллективом отправиться на природу – это уже традиция ГМК. Правда, до сих пор металлурги собирались летом или осенью. Зимние гуляния прошли впервые. Цель таких мероприятий простая и понятная каждому. Кто работает в большом коллективе – общение и сплочение. Выглянуть из производственной рутины и ближе узнать своих напарников и коллег. Работать одной командой ГМК сейчас нужно как никогда. Впереди не только юбилейная 40-я тонна золота, но и выход на новые мощности и объемы работы за счет модернизации участков и строительства новых объектов. Что касается перспектив развития данного комбината, то в настоящий момент проходят предпроектные проработки по следующему этапу, большому этапу развития нашего комбината. Это строительство новейшего комплекса, гидрометаллургического комплекса. Окончательное инвестиционное решение по данному проекту будет принято летом этого года. Строительство следующей фазы выведет комбинат на совершенно новый уровень – уникального гидрометаллургического комплекса, способного перерабатывать концентраты упорных и дважды упорных руд, и по-прежнему единственного в России. Такой есть и будет только в Амурске. Масштаб предприятия выведет и город на другой уровень, и подчеркнет его стратегическую важность в экономике Хабаровского края. В соответствии с этим мы будем развивать не только само предприятие и производство, планируется развитие и города Амурска, увеличение его привлекательности для проживания специалистов, как тех, которые сейчас работают, так и на перспективу, которых будем приглашать для строительства и обслуживания будущего производства. Сотрудники комбината – это в основном жители Амурска, его родная неотъемлемая часть. Даже те, кто приехал, уже породнились с городом. На комбинате есть сотрудники из других стран, высококлассные специалисты, приезжающие в Амурск, чтобы сделать тонкую ювелирную работу. Они ценят и уважают местные традиции. Есть на комбинате свои талантливые специалисты, которые буквально выросли в Полиметалле. Это их время наступает в год 20-летия компании. Те, кто уже долгие годы развивается вместе с проектами Полиметалл, двигая вперед целую отрасль. Так, представительница женской части коллектива, заместитель начальника аналитической лаборатории Людмила Саенко. Сегодня она в команде лаборатории сражается за честь своего подразделения, а завтра будет сражаться за точные и оперативные данные для производства. Предприятие, я с 2011 года работаю, как бы предприятие растет, развивается, большие перспективы предприятия, ну и большой потенциал. Коллектив дружный, сплоченный. Для ЭГМК праздник – это еще одна возможность почувствовать себя коллективом, вместе отдохнуть, провести время с семьей, отодвинув на один день важные производственные вопросы, отдав предпочтение веселым спортивным стартам. На этом мероприятии у каждого была возможность поиграть в городки, принять участие в поднятии гири, аймрестлинге, стрельбе из настоящего лука, ну и проверить свою физическую форму в бросании валенка или чурки. Детишек веселили озорные скоморохи, ростовые куклы, ну а настоящим подарком стала возможность пообщаться и сфотографироваться с прекрасными и дружелюбными хасками. Очень понравилось, погода прекрасная, конкурсы очень интересные, в общем, все просто идеально, весна, солнце, все совпало и праздник прекрасный, спасибо большое. Спасибо. Понравилось, организовали. Хорошо для детей. Вот, подарки. Этот праздник – ответный шаг Полиметалла своим сотрудникам, которые каждый день работают на высшем уровне, держат высокую производственную планку и дают возможность компании строить новые проекты с надеждой на совместное их воплощение. Екатерина Касаткина, Сергей Жиренков, телеканал «Амурск».